У нас поменялась новая зона, локация для молодоженов. Значит, до этого у нас была арка, но так как у нас молодые люди сейчас любят современные фотозоны, на фоне их фотографии фотографироваться, поэтому под стиль своего зала сделали новую современную фотозону. Но у нас уже было 4 свадьбы сейчас здесь, и молодые очень довольны. Очень впечатлены тем, что они увидели уже не арку, а что-то новое. Но мы надеемся, что мы идем по правильному пути. Каждый может прийти со своим фотографом, сфотографировать свое событие здесь, в этом зале. А также у нас фотостудия, которая с современным оборудованием. Они могут зайти туда и пофотографироваться. Там различные локации есть. Поэтому вообще проблем в этом нет. Выездные церемонии у нас, галерея ратуши есть. Очень красивые получаются фотографии, очень красивый вид там. Музей под открытым небом. Парк Жовтневый у нас есть. Ну и по желанию молодоженов мы прислушиваемся. Если есть какие-то предложения, где бы они хотели, по возможности мы договариваемся и идем туда, куда они хотят, чтобы мы провели. Мы даже выезжали на выезд, если у людей красивый двор, красивый дом, и они хотят провести у себя во дворе, проводили таким образом тоже. Здесь у нас в зале церемония стоит 940 гривен, на выезде 680 гривен. Мы уже написали петицию на сайт Мирской Рады, мы и граждане нашего города, о том, что мы хотим, мы с этим уже боремся давно и хотим уже, и говорим об этом везде. Вот сейчас еще пробуем петицию, кстати, чтобы вот проголосовали молодые, подписались о том, чтобы отдел регистрации брака был в палаце урочистой ПАДИ, а не в страшном помещении, потому что люди приходят нарядные, они хотят, чтобы это было торжественно, а получается, что там темные коридоры, рядом кабинет смерти, рядом кабинет развода, и людям, естественно, это не нравится. Они хотят, чтобы это было все красиво оформлено.